позвонил наш рабочий и сообщил, что где-то за приютом, за забором, он нашел щенков. За самим приютом, за самим забором, где-то со стороны деревни, там щенки. Сейчас мы идем туда смотреть, что там. У нас света нет сегодня. Выключили свет. Вообще нет света. Рассказывай. Вот там, возле этих. Посмотри, здесь коробка один щенок был. Внутри. Так. Там 4. Сейчас. Держи меня. Ага. Ах, блин, а то я сейчас... Итак, за приютом. Пустая уже коробка. Щенки разбежались. Ребята! Привет! Привет, ребята! Маленькие, блин. Прям совсем маленькие, а? Ну что, да где еще один? А как вы нашли-то их? Что вы тут делали? Как вы услышали? Ну что, пацаны или девки, а? Брошенки вы мои, а? Видно же, что домашние. Стертый он лежит. Ну, забирайте. Куда пополз? Ты куда пополз? Ку-ку. Ку-ку. Вот, пожалуйста, вам. Вот он приют. Вот со стороны деревни. Пошли. Поехали. Ты голубоглазый, что ли, не пойму. Мы пришли в приют. Сейчас я наберу сыворотку. Колю сывороткой хотя бы. Ну что, укололи дискан, сыворотку. Вакцину вот, рано им. Сейчас буду это, куда искать, куда разместить. Будем куда-то размещаться. Да? Все-таки синеглазая вот эта девка. Ой, девочка, да, вот эта девочка у нас голубоглазенькая. Да? А вы кто? Вы кто? Кто же ты? А ты кто? Ты пацан. А ты? И ты пацан. Два пацана для девки. Вы что там будку спрятались, а? Эй! Малыши! Эй, кто смелый? Кто смелый? Эй! Так, это у нас ребята. Ребятушки, это которые нам под забор подкинули. Это ребята оттуда. Вот, нам очень нужен корм. Они вот едят последним. То, что сегодня Вика чуть-чуть, на один день, короче, корма у нас. Вот. И то, что Вика сегодня привезла, чуть-чуть осталось. Вот, вернее, на один день вот этим мелкашам, да, довольно крупный корм. Эй, корма. Эй, малыш, просыпайся. Соня за Соня. Ты Соня за Соня? Что?